Всем привет, друзья! Ну что ж, не так давно я сменил свой автомобиль Chevrolet Niva на автомобиль Ford Focus 2 и заказал с нашего любимого сайта AliExpress небольшую кучку посылок. Начнем по порядку с маленьких посылок и потом постепенно перейдем к более большим и к вот такой вот огромнейшей большой коричневой коробке. Итак, друзья, давайте начнем вот с этой посылочки. Здесь вот написано, что это зарядка. Сейчас посмотрим. Так, здесь вот такой вот пакетик. И здесь мы видим провода с разъемчиками, с вот такими вот клеммами. И вот такая вот зарядка. Я ее буду устанавливать вместо прикуривателя. Здесь у нас два вот таких вот USB порта. Один порт на 1 ампер и второй порт на 2,1 ампера. Вот, значит, все легко устанавливается, вытаскивается ваш стандартный прикуриватель. Вместо него вставляется эта штучка, закручивается с внутренней стороны. Получается вот такая вот зарядка для телефона и для прочих гаджетов. Проводка имеется, тоже подключаете ее к проводам, которые шли на прикуриватель. И у вас будет вот такая вот клевая зарядка. В Ниве у меня тоже была подобная штука, но это немножко другая версия. Здесь вот еще будет отображаться напряжение аккумулятора. То есть там показываться будет 12, 13 вольт и так далее. Классная штука, всем советую. Ссылочки на все товары будут в описании под видео, поэтому кому что понравится, внизу ссылочка, переходим, покупаем. И радуемся так же, как и я, этим великолепным посылочкам. Так, следующую давайте возьмем вот такую вот, написано диоды. Посмотрим, что это за диоды. Так, все, я понял, что это за диоды. Значит, ребят, тоже классные светодиоды с переходниками, то есть их можно установить куда угодно. Можно в плафон освещения в салоне, можно в бардачок, можно в багажник. Я их купил для багажника, здесь их два штучки идет. Стоят они там вообще копейки, по-моему, $1.5 за два вот таких вот диода. Значит, смотрите, одеваем необходимый переходник, если у вас под такой цоколь лампочка или под вот такой, ставим переходничок вот так вот и вставляем вместо вашей лампочки. Все, этот диод очень яркий, на Ниве тоже у меня такие стояли, я был в восторге, свет был белый и очень-очень яркий. Поставлю их в багажнике, потому что в багажнике здесь родной фонарик немножко слабоватый для меня, и он здесь всего лишь с одной стороны. Я хочу их поставить с двух сторон одинаковые белые, будет очень достойно светить. Итак, смотрите, достаем плафончик в багажнике. Вот он горит, вытаскиваем лампочку и вместо него подсоединяем вот такую вот конструкцию. И получается вот так. На камеру, конечно, не видно, но очень ярко, ребята. Теперь нужно приклеить ее где-нибудь снизу здесь. И будет все очень классно освещаться. Так, следующую посылочку берем вот такую. Пришла через почту ePacket. Все, наверное, знают, что это такое. Это OBD кабель. Вот, OBD2 написано. Значит, эту штуку подсоединяете в OBD разъем вашего автомобиля. Это подключаете к вашему компьютеру. Устанавливаете драйвера, необходимую программу. И можете сканировать свой автомобиль на наличие каких-либо ошибок. Если у вас чек загорелся на приборной панели, то при помощи этого кабеля вы можете найти ошибку, посмотреть, что это за ошибка, и при необходимости ее стереть. Те люди, которые знают, что такое Ford Focus, они наверняка в курсе, что если мы устанавливаем какое-то дополнительное оборудование, то его нужно через специальную программу и вот такой вот кабель активировать, чтобы оно работало. То есть, например, у вас было лобовое стекло без подогрева, но вы решили установить себе его с подогревом. Необходимая проводка там, скорее всего, будет, но эту функцию нужно активировать через вот такой вот кабель. Итак, здесь очень много функций, которые можно активировать только при помощи вот такого интерфейса. У каждого автолюбителя такая, я считаю, должна быть. Так, следующая посылочка, это маленькая, тоже давайте посмотрим. О, это пришел ключик. И в подарок чехол. Кстати, нигде не указано было, что в подарок еще и чехол будет на этот ключик. Вообще классно, спасибо продавцу. В общем, ребят, смотрите, в каком состоянии мой старый ключ. Видно, что он немножко такой ушатанный. Вот это жало болтается вообще.
Короче, ключ уставший, таким пользоваться не очень приятно, поэтому я решил заказать себе вот такой вот новый ключ. Кстати, здесь должна где-то еще быть эмблема Ford, как я понимаю. А, вот она выпала, смотрите. Вот такая клевая эмблемка. Все элементарно, переставляется вот это вот жало, переставляется чип, который в ключе, и у меня будет новенький вот такой вот ключ. Тоже всем фордоводам на заметку. Дальше, давайте посмотрим, что это за коробочка такая квадратненькая. Так, это я уже понял, что пришло. В общем, ребят, собираюсь я себе устанавливать сюда сигнализацию с автозапуском. Вот. А для этого необходим вот такой вот обходчик иммобилайзер, или как-то он так называется. В общем, сюда устанавливается чип от моего ключа, заматывается вот этот шлейф, подключается все, это крепится на замок зажигания и будет как обманка моего иммобилайзера. Необходимая штука, если вы будете устанавливать сигнализацию с автозапуском. Купил на AliExpress, потому что, по-моему, там гораздо дешевле. И абсолютно такой же товар, как и у нас. Так, что же это за хрень, скажете вы? Снова повторюсь, те, у кого автомобиль Ford Focus, прекрасно знают, где здесь установлен фильтр кондиционера. Он расположен просто в ужасном месте. Я сейчас, наверное, приложу фотографию. Он расположен аж за педалью газа. И добраться к нему очень проблематично. Я попытался здесь поменять фильтр салона, но не смог, к сожалению, открутить его, потому что доступ там, ну, очень проблематичный. Для этого я купил вот такую штуку. Это гибкий вал на шуруповерт. Сюда вставляете необходимую насадку. Вот это шуруповерт. И смотрите, он как бы будет вращаться при любом изгибе. Вот, поэтому достать до этого места мне будет уже гораздо проще, до этих гаек. Тоже классная штука, в хозяйстве всегда пригодится. И стоит вообще копейки, что-то около полтора или два доллара, не помню. Так, давайте вот эту, ребят. Вот такой вот маленький, крохотный пакетик. И здесь очень прикольная штучка. А именно это у нас подсветка замка зажигания, ребят. Вот такие тоненькие, хлипенькие проводочки. Но это не важно, потому что здесь диодная подсветка, он будет потреблять очень-очень мало, и цвет здесь должен быть красный. Об установке этой штуки я сниму отдельное видео, посмотрите, как будет клево смотреться. Следующее, заглушки. Так, ребят, в общем, это заглушки на замки и петли дверей. Тоже вам приложу потом фотографию до и после. Здесь, значит, 4 накладки на петли замка и 4 вот таких вот накладочки на ограничители дверей. Фотки приложу тоже сейчас, посмотрите. Итак, смотрите, друзья, как устанавливаются эти штуки. Вот вы видите, до, не очень, да, красиво. Болты, вся эта хрень, железяки. Теперь берем, вот так вот одеваем. Одной рукой. Оп, все защелкнулось. Очень хорошо держится. И посмотрите, как теперь это смотрится. Гораздо красивее. Также и вот здесь вот на ограничитель устанавливаем. Тоже, видите, не очень красиво, да? Кстати, у некоторых эти болты еще бывают ржавые. У меня еще более-менее нормально выглядит. Но если у вас ржавые, то это вообще необходимо просто устанавливать такие штуки. И вот смотрите, как с этими штуками. Все так же работает, ничего не цепляет. Класс. Так, ребятки, ну что ж, последняя маленькая посылочка. Открываем ее. Уже не помню даже, что у меня здесь. О, ребят, это тоже классная штука. Это кнопки круиз-контроля. Устанавливаются они на рулевое колесо. В общем, как заводские, один в один. Проводка на фокусах уже к ним должна быть подведена. Здесь вот всего лишь два проводка, но для этого, а нет, здесь же еще какие-то провода, смотрите, провода, хомуты, какие-то даже болтики, это для того, чтобы закрепить их. Так, но для этого, ребятки, нам и нужно будет вот эта вот штука. Подключив эти кнопки, они работать не будут, пока мы их не активируем через вот эту вот штуку, ОБД, наш разъемчик. Так что, ребята, кто хочет себе опцию круиз-контроля, ссылочка будет в описании. Ну что, давайте, наверное, посмотрим вот эту
большую посылочку. А здесь к нам пришли две вот такие замечательные подушечки. Смотрите, ребят, в общем, такие подушечки вы наверняка видели где-нибудь на заправке. Эти подушечки одеваются на подголовник сидения, и вам будет очень комфортно ехать куда-нибудь в далекое путешествие. Стоят они, по-моему, по 150 рублей за одну вот такую, а на заправке я видел, что они стоят около 1000 рублей. Так что, ребята, на любой автомобиль они подходят. Кому необходимо, кому нравится такая тема, заказывайте. Так, следующая, вот такая вот квадратная посылочка. Давайте-ка ее как-нибудь аккуратно откроем. Ну а это пришла сирена для моей сигнализации. Как вы знаете, что со многими сигнализациями Starline, да не только Starline, в общем-то, вот такая вот сирена в комплекте не идет. У нас она стоит немножко дороже, чем на AliExpress, поэтому я решил заказать ее там, где она будет стоить дешевле, то есть на сайте AliExpress. Нормальная сирена, такие же, как и обычно, ставят у нас 15 ватт, 12 вольт. Классная штука. Всем рекомендую. Следующая посылочка. Это камера заднего вида. Ну, то есть камера на задний ход. В коробочке все классно выглядит. Смотрите, ребят. Но должна быть кнопка. Ой, кнопка. Камера должна быть не простая, а с кнопкой багажника. Да. У меня Ford Focus хэтчбэк. И для открытия багажника сзади вот такая вот кнопка. Хотя, по-моему, на седане точно такая же. В общем, это устанавливается вместо этой кнопки. Там она вот такая вот большая. А здесь у меня будет точно такая же кнопка, но еще и с камерой заднего вида. Поэтому будет смотреться все эстетично, по-заводскому. И никто не сможет ее оторвать и украсть. Вот так вот, ребята. Тоже по этой камере у меня будет отдельное видео, когда мы будем ее устанавливать. Здесь есть даже инструкция какая-то. Нам она не нужна, мы без этого разберемся. Я уже устанавливал подобные камеры. Вот провода все, все в комплекте есть, ребят. Рекомендую, у кого Ford Focus, вот такую камеру. Эти камеры также бывают, устанавливаются вместо подсветки номерного знака одного из плафонов. То есть вы вытаскиваете один из плафонов, вместо него вставляется вот такая вот камера. Ну, потом тоже некрасиво смотрится, когда у вас всего с одной стороны номер подсвечивается, а с другой стороны нет. Ну и что ж, давайте теперь самую главную посылочку, долгожданную. Я ее очень ждал, точнее, я ее уже получил. Очень хотелось ее уже открыть, установить. Но, думаю, покажу лучше вам. Вдруг кому-нибудь тоже она понравится. Ну, как многие уже, наверное, догадались, здесь у нас автомагнитола. Магнитола на андроиде. Магнитола офигенная. Итак, инструкция, даже с цветными картинками, посмотрите. Класс, это хорошо. Так, дальше провода. Проводов очень много. Здесь есть и на сабвуфер, и ауксы, и что тут только нет. Ребята, подключение камеры, телевизора, в общем, все, что хотите. Вот USB разъем вижу здесь. У меня должен быть два USB, один сзади, один спереди. Так, здесь что за пакет? Это GPS-антенна, ребята, тоже устанавливается на стекло, но не обязательно ее ставить на стекло, потому что не очень красиво это смотрится. Я предпочитаю эту антенну клеить где-то под приборную панель. Ну, где-то в том районе, в район парприза. Так, что еще здесь есть? Так, это канбус. Я понял, что это. В общем, у меня на руле есть кнопки управления магнитолой. Чтобы они работали, нужно подключать через вот этот блочок. Хотя на фокусах оно работает и без этого блочка. Но эта магнитола также подает на Ford Mondeo. И там уже вам нужен будет вот этот блочок. Потому что там, насколько я знаю, там
дублируется какая-то информация с магнитолы на приборную панель. Чтобы это все работало, вам нужна будет вот такая вот коробочка. Мне на Ford Focus она не нужна. Поэтому, если вы покупаете магнитолу и там есть вариант заказа без этой коробочки, то заказывайте без нее на Ford Focus. На Ford Mondeo эта коробочка будет вам нужна. Ну и теперь самое главное. В общем-то, как я и ожидал, все очень качественно сделано. Подсветка у нее, я помню, выбирается тоже любая. Там я себе, конечно же, красную поставлю, как и у меня. Здесь будет установлен Android 6.0. Есть версия подешевле, там будет Android 5.1. Есть также версия на Windows CE, или как-то он так называется. Это я вам тоже не рекомендую брать. Ну, в принципе, на любителя, но мне кажется, Android как-то он все-таки получше будет, чем Windows. Огромное количество приложений, огромное количество всяких программок, игр даже. Ну, игры тут ни к чему, а вот программки, да. Установлю сюда Navitel навигатор. Можно все выводить на вот эти кнопки. Вот кнопка навигации. Здесь делаю Navitel. Кстати, здесь есть инфракрасный порт, но почему-то пульта в комплекте с этой магнитолой нету. Когда буду устанавливать камеру заднего хода, то одновременно с ней установлю эту магнитолу. Разъем здесь одинаковый, то есть вытаскивается стандартная заводская магнитола, и на ее же разъем подключается вот этот разъем, подключается сюда. В общем, никаких танцев с бубном делать не надо. Подключили и наслаждаемся новой магнитолой. Встроенной памяти здесь, по-моему, 16 гигабайт, 2 гигабайта оперативной памяти. Короче, должна быть довольно шустрая магнитола, экран тоже должен быть хороший. Ну, в общем, в следующем видеоролике мы это все и посмотрим. Кстати, сзади давайте посмотрим. Здесь есть предохранитель. Тоже вот смотрите, USB, это скорее всего AUX, разъемы от GPS вижу, антенна Wi-Fi, кстати, в нем есть Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, CD, MP3, короче, все здесь в этой магнитоле есть. Но что меня больше радует, это то, что здесь Android, поэтому любые приложения, там Google Chrome установлю, YouTube свой любимый, можно будет смотреть YouTube прямо на экране этой магнитолы. Вот так вот, ребята, магнитолу покупал я за 11 тысяч, по-моему, она мне вышла с кэшбэком. Без кэшбэка было подороже, что-то, по-моему, 11 800. Но если вы хотите, как я, экономить на посылочках, то регистрируйтесь, VPN кэшбэк. Ссылочка на регистрацию будет в описании к этому ролику. Ничего сложного там, ребята, нету, но зато часть денег от покупки будет возвращаться вам обратно на счет. Вот, в общем-то, и все, друзья. Посылочки все мы с вами распаковали. Если вам что-то из этого понравилось, то можете смело приобретать. Ссылочки на все эти товары я оставлю в описании к этому ролику. Ну а также ждите следующие ролики, где мы будем устанавливать эту магнитолу, где мы будем устанавливать круиз-контроль. Также мы будем устанавливать камеру заднего вида. Скорее всего, будет ролик о том, как я буду устанавливать самостоятельно сигнализацию, зарядку вот эту. В общем, все, подсветку замка, все будем ставить, на все будем делать ролики, чтобы вы могли посмотреть это все в действии. Поэтому, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал. Кому видео понравилось, ставьте палец вверх, ребята. Я очень долго копил эти посылки, чтобы показать их вам всем в одном этом ролике. Надеюсь, какие-то товары вам понравились. Всем автомобилистам я желаю ни гвоздя, ни жезла. Пока-пока.